Презентация основных направлений обучения, информация о правилах приема и мастер-классы экспертов движения WorldSkills. День открытых дверей в Сочинском институте РУДН собрал школьников со всего края. Здесь ведут обучение по более чем 20 программам высшего, среднего, профессионального и дополнительного образования. Так, помимо профессии юриста, экономиста, эколога или, например, журналиста, здесь можно отучиться на повара, дизайнера, программиста или парикмахера. Университет дружбы народов активно продвигается в развитии WorldSkills. А так наша студентка, 16-летняя Мария Нежданова, уже является победителем, второе место на отборочном чемпионате WorldSkills Краснодарского края. В каких условиях учатся студенты, в каких лабораториях и на каком оборудовании проводятся практические занятия – все это школьники увидели своими глазами, а еще почувствовали яркую атмосферу студенческой жизни. Мне довелось стать участником общеобразовательного российского форума «Территория смыслов» на Клязьме. Там люди представляют свои проекты и получают гранты на их реализацию. Сейчас я готовлю свой проект, чтобы побывать там снова. Сочинский институт РУДН – один из авторитетных вузов на курорте. О качестве образования говорит то, что его выпускники работают на ведущих предприятиях не только Сочи, но и всей страны. Студенты, находясь на практике, как биологи, физиологи, они буквально чуть ли не с первого шага, с первого курса внедряются, входят в состав научных коллективов, научно-исследовательских институтов. Например, такой институт, как медицинская приматология. Я смело и гарантированно могу сегодня вам сказать, все студенты имеют 100% гарантию получить хорошую, высокой квалификации работы. День открытых дверей в Сочинском институте РУДН посетили несколько сотен школьников, и большинство из них уже сделали свой выбор. Я решила, что буду поступать в Сочи институт РУДН, потому что я хочу получить качественное образование и не покидать свой любимый город. А уже 20 апреля Сочинский институт отметит свое 20-летие. К юбилейной дате РУДН готовит обширную программу для абитуриентов, студентов, гостей, друзей и партнеров. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.